нашу гостью. Ты неправильно, Андрюш, заманиваешь. Так, друзья мои, хватит жрать, нажрать жопу. Половина гостей пришли, Андрюш, с контейнерами. Понимаешь? И корочку сюда, блинчики сюда, мясо сюда. Друзья мои, в нашу молодость сочиняли стихи про Анастасию Волочкову, про Ксению Собчак. Извините, что упоминаю при вас, Анастасия. Но годы идут. Орлуша все тот же, но появляются более модные, светские. Не побоюсь этого слова, слава богу, детей. Заткните, пожалуйста, ребенку уши. Охуетительные поэтессы, откните уши. Нет, правда, по-другому невозможно назвать. Ее можно читать в запой. На ночь, утром, друзья мои, на ее стихи слагают песни. В моем репертуаре даже есть одна. И я приглашаю на эту сцену Соло Монову! Великолепную, изысканную, сногсшибательную, всегда разную и непредсказуемую! Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Соло. Алло! Поэт! Я современный поэт. А чем современный поэт отличается от поэта былых эпох? Тем, что у современного поэта есть интернет. Сегодня я вам прочитаю стихи о моде и красоте. И первое мое стихотворение я написала за границей. В тоске по родине я сидела около шикарного 5-звездочного отеля. Подъехал шикарный автомобиль Бентли, и из него вышла женщина вся в Шанель. Не женщина, а просто облако в Шанель, а впереди губа. И я сразу поняла, русская. Красота, как пупочная грыжа, пьет из женщины, хоть убей. Нашу бабу узнаешь в Париже по накачанной верхней губе. Ни кокошник, ни запах махорки, ни танцующий рядом медведь. Нашу бабу узнаешь в Нью-Йорке по накачанной верхней губе. Бабы русские, нелегко нам, роковая на нас печать. В деле нефти и силикона есть ресурс, значит, надо качать, значит, надо качать. Значит, надо расправить знамя и достойно нести лицо, чтобы видели, чтобы знали, чтоб боялись, в конце концов. В мире черного капитала, где свирепствует саммертайм, наша баба губу раскатала. И попробуй ее закатай. Спасибо большое. Андрей, а можно я воспользуюсь вашим гостеприимством и попрошу меня пофотографировать? Да? Что самое главное в современном мужчине? Чтобы он хорошо фотографировал свою девушку. Можно я буду вашей девушкой на один момент? Да, да, да! Я согласна с вами! Спасибо за такие истины! Это правда. Анастасия, вы такая красивая. Я вас впервые вижу вживую. Вы очень красивы. А золотая, мне все говорят, абсолютно люди, встречающие меня лично, что в жизни я лучше, чем в телевизоре. И согласитесь, лучше так, чем наоборот. Спасибо за добрость. Андрей, да, Андрей, вы профи. Знаете почему? Потому что я хотела сказать вам, встаньте на одно колено, чтобы я была длинноногой. Я должна быть длинноногая, красивая. Но у меня не должно быть второго подбородка. Это...